очень хотела посмотреть на прямой эфир. Я говорю шепотом, потому что за моей спиной происходит прямо сейчас продажа кофемашины, и мы не можем им мешать. Но и отказать Вули тоже я не могу. Пойдем посмотрим. Каждый раз я достаю инструкцию, потому что я не понимаю, как этим пользоваться. Смотри, это прямой эфир. Вот этот большой дядя, он управляет камерой. Вот тот дядя в красивой безрукавке, он продает кофемашину. Понимаешь, да, здесь телемагазин, здесь все продают. А вот тот дядя в наушниках, он все это дело снимает. Его зовут оператор. Ой, да, это большой. Почему нужна такая? Это платформа.